общаться. Ну, сейчас существует такая вещь, как контакты. В принципе, все друг с другом знакомы, нужно просто откликнуть, добавить друзья. На самом деле, просто познакомиться на любом концерте, на любой тусовке. Любимое место знакомства – это, конечно же, ночные клубы, также какие-то вечеринки, так как я сам являюсь ведущим и непосредственно веду эти мероприятия. Ну и на улице, в кафешках, в барах, в ресторанах, ну, в основном, наверное, ночные клубы. Смотря с какими целями. Вот. Ну, я вообще везде знакомлюсь. Точнее, ну, не я знакомлюсь, я как бы обычно не бегаю со всеми знакомиться, а обычно как бы со мной знакомиться. Но это бывает вообще совершенно случайная ситуация. Я предпочитаю знакомиться, наверное, в кафе. Также можно в городе. В городе на аллейке какой-нибудь, в парке юности, допустим. В интернете, ВКонтакте можно также переписываться. Очень интересно и забавно. Любовь свою я, конечно, пока еще не нашла. У меня есть человек, который любит меня, но которому я испытываю просто исключительно дружеские чувства. Знакомиться сама не люблю, но люблю ставить ситуацию так, чтобы человек, который понравился мне, подошел сам ко мне познакомиться. Thank you.